Жития света их светителя Димитрия Ростовского, месец юли, четвърти ден. Сия чтение, библиотеки LibriVox. Все чтение LibriVox, достояние всеобщее. А ще хощете боли на очите или же помощи, посетите LibriVox.org. Житие света я праведния Мартий, матери света го Симеона Дивногорца. Святая праведная Марта роди се в Антиохии от християнских благочестивих родителей, от них же убеждаемое и бывшей к браку и неизволяющей, но в девстве же тихотевшей, божествено е некое в церкви предтечево и видение повеле ей, да повинец си родителям и супрежец си мужу. Зачаже сына святаго Симеона по Божио дарованию, еже извести се е явлением святаго Йоанна предтечи, яко же о том в житии Симеоновом пространно пишет ся. Немного е жилета поживши с мужем овдове и воспитуваше от роча со всяким опаством, блюдущи того по повелению предтече святаго, понеже той имееше бъйти сосуда святаго духа. Моляше се же всегда к Богу о сыне своем да приемет от нея в службу свою, яко же иногда от Анна и пророчица и Самуила. Единою же помишляюще ею от ручати, что имати бъйти, егда в възраст приедет, видя во сне видение си цевое. Мняше се зрети себе окрилатевшою и в висоту възлетающою, държащою же в руках от руча и возносящою того в дар Господу и глаголющою. Сецевое восхождение Твое видите желах очадо, да отпусти тубо мя Создатель мой с миром, обретох бо благодатю Него, яко сподобих се воздати Ему плода чрева Моего. То видение, и я же прежде ей бях откровения, скриваше блаженная Марта в сердце своем и благодаряше Бога. Приметаше се же в Дому Божий всегда, никогда не оставляя правила църковного, че со ради и пребивание себе близ църкви стежа и обреташе се прежде всех на пении, последи же всех изхождаше, имееше усердие приходите на празненства, и деже бойваху в святых храмих, и стояше во всенощних молениях и в божественных службах, с велим вниманием и сокрушением сердечним, слезе и от участо чащи, и причащаше се часто божественных тайн тела и крови Христовой. Коль же достойно причащаше се свидетелством бе то, яко по приятие божественного причащения лице ея чудним неким светом бяше осяваемо, яко же иногда Моисеево. По вся же нощ и в дому своем предваряя полунощния час, воставаше на молитву и уже совершаше в теплоте духа, слезами лице омучая, весь же умея углублен бяше в Бози, его же всем сердцем, всею душею и всею крепостью улюбяше. Милосерда же книжтим бе и неизреченно, алчущие питая и наги одевая. Входя же часто в болница и служаше своими руками больным, умирающим же подаваше от своих трудов погребателная, так уж да и крещаема им белые одежды, да яше от своего рукоделия. Толь же бяше нравом крутка и смиренна и незлобива, яко никто же видя оную, когда гневающуюся, или кому прикословищую, или опечалившуюся, и храняше уста своя от многоглаголения, разве нужно е токму провещаващи. Любяше бо молчание зело, понеже то богомыслию ума получает, и не бе от уста я слышано слово празно или ложно, и кое-либо небогоугодно, но от блага го сокровища сердце своего изнушаше блага и уста и своими. Байваше же и миротворица между гневающими си други, и увещателница недобри живущим, и образ бяше всем не токму женам, но и мужем целомудренного, благоговейного и богоугодного жития. Всяких бо изпълнена бе добродетели, их же подробно изрещи нест мощно. Довлеят святому житию я яво свидетелство великия святей нерожденного от нея преподобного Симеона, яко такова го сына таково и бъйти матери подобаше. Стоявши уже преподобному Симеона на столпе дивногорстем, бъйсте и по полуношной молитве в тонком воздремании видение си цевое. Святый Йоанн Креститель, к нему же она по Бози и по пречистие Богородице велие с верою и усердие имееше, и по всядни к нему моляше ся, той яви се ей со святым апостолом Тимотеем и рече к ней: «Аз на всякое время к Богу у тебе ходатайствую, и никогда же те оставлю». Она же от того видения ужаса и радости исполнена воспряну, и со страхом прослави Бога и сказа то сыну своему преподобному Симеону, к нему же иногда прихождаше на посещение.
Приходя же и видя множество всякими недугими удержимих при столпе преподобного, исцеление ради собранных, и силой многие, молитвами туго боеваемые, не вознушашеся в уме своем, но и паче с боязнью на то смотряше, да никако враг препнет сеть ногам сыну ея, и молящеся со слезами к Богу да избавите го от вражие коварства. К преподобному же глаголаше: «Чадо мое, о всех сих подобает прославлять и Бога, действующего в тебе. Ты же паметен буди у немощи своей, и всяким опасством блюди сердце твое». Преподобни же с радостью приемлеше увещание матери своя, и о богоугодно мея житие веселяся духом благодарение восилаше Богу. Преживши же блаженную Марти во многих добродетелях лета довольна, и наконец Богу угодивши, пред скончанием своим за едино лето во време теплых ея полуночных к Богу молитв, бейство в восторзе, и видя множество небесних чинов со свещами ликовствующих и глаголющих к ней. По приходящем лете, разрешенно и те от плоти поймем в уготованный тебе от Господа покой. Тоже откри си преподобному Симеону, и ще же и от братия его единому бействидение си цевое. Видя Матерь Божию Пречистую Деву Марию, сидящую на престоле в славе, блаженную же Марту, предстоящую ей, и воздевшую к ней крестообразно руце своя, и притворившую се в крест злат, и сияющую светом по подобию луч солнечных, изряже се бъйти вся крест пресветел, лице ток моя выше креста познаваше се. То видение поведено бъйст преподобному Симеону. Он же сказа, яко знамение есть сие приближающего се скончание блажение его матери. Совершающо си же последне молето богоугодного жития святая Марти, прииде на посещение к преподобному Симеону сыну своему и глагола к ней преподобни Симеон. Благослови ме, мати моя, яко же Авраам благослови Исаака. Глагола святая. Того ради и прийдох сему, да твоего благословение и молитв сподоблю ся. Уже бо три токмо месеца настоя да жития моего и отиду ко Господу Богу моему. И же те созда от отроби моя я, той благословение и благодать свою да подаст тебе, яко да начато е добро и течение твое совершиши добре, и да сподоби ти те царствие своего. То глаголя, слезе от очесто чаше. Плакаху си же и собравши я си там у братия. Тяжко бо вменяху се беслышавши, яко по трех месецех не имут видите лица я, и глаголаху: «Жива да будет душа твоя, о мати», и восхвалит Господа. Она же утверждаше слово глаголя: «А ще не будет тако, яко же рекох, то яко лживо вмените ми рабо вашо». Преподобни же Симеон рече к ней: «Благословение твоего ней не просим, словеса же твоя та болезнена суть сердцу нашему». И рече святая: «Благословени ви есте Господу и благословени суть благословящи вас». И поклониша се ей вси. Она же також да им поклонивши се, к Антиохии в дом свой возврати се. По отшествии же я в утри ден призвав преподобни изкуснейших от братия и рече к ним: «Воистину приближается время отшествия от земных госпожи моя я матери. Видех бо прешедшие нощи в видении предо мною поставлен престол, и матер мою сечую на нем. Мы же все окрест и я стояхум, у нас же учительски глагола к нам первое псаломское слово: блажен муж и жени иде на совет нечестивых и прочее псалма туго. И ще же и иная некая обещателна е словеса, яко матер чадом изрече. Та же воста идяше пред нами в церков, държащи в руце крест пресветел, мъй же последовах умей, умиленния псалма и поюще. Посем блаженна е Марта, за неколико пред скончанием своим дней прииде пак и к Симеону преподобному последнего уже ради целувания. И сказа ему вся бывшая ей в жизни я откровение божественное, и ще же и добрые своя дела, труды же и подвиги, и же бяху в тайни творими, возвести ему слава и ради имени Божия. И обнощева тамо в ту нощ. В видении же сонным зряше се бъйти восхищена в висоту небесную, и видя палату причудну и пресветлу, и аже красоте никой же может изрещи слово. Ходящий же и в палате той, и нерукотворенному зданию удивляющийся, узре пречистую Деву Богородицу с двумя пресветлыми ангелами, глаголющую к ней. Что удивляешься? Она же со страхом и радостью благоговейно поклонившися Матери Божией,
Удивляй се, рече о владичице, яко таковые причудные палати во вся дни живота моего на земли не видих. Рече пречистая, и кому мне ще быть ону и уготовано? Она же рече, не вем, о госпоже. Тогда глагола к ней Матерь Божия, не веси ли яко тебе сей покой уготовася, его же созда Сын Твой, в коем от ныне вовеки пребудеши. То рекши, повели ангелум, и поставише посреде престол дивний, рече к ней. Сия слава тебе дарствуется, понеже в страсе Господним богоугодно пожелай си. И пак и рече, хощеш ли видите преславнейшая? И повели ей последовати за собою, и възшече на височайшие небесния места показа ей чуднейшую и пресветлейшую несравненно паче первия палато, небесния слави преизпълненную, ея же красота и ни ум човечески постигнути, ниже язык сказати может. И рече пречистая, и сию палато созда Сын Твой, но и третия палата и начало основание. То рекши, пак и веде оною к востоку солничному и показа и свойсоте райское селение и в них множество мужеского и женского пола ликов веселящих ся. И рече владычица, сия места дарова Сын Мой тем, иже целомудренно и праведно в соблюдении заповедей Господних живше, милостейни многие со усердием творяху, то го ради и сами милости от Господа сподобише ся. Блажени бо милостиви, яко тие помилувани будут. Таково бе видение святой Марты, еже сказа сыну своему. Беже ден недельний, и причасти се причистих божественных тайн тела и крови Христовой, и сияше лицем от благодати Божия и от неизреченного радование духовного, им же веселяше се известно сущи окончини и спасение своим. Проводи же весь ден той и пришедшую нощ ово в богодухновенных любезних многих с преподобным сыном своих беседах, ово в теплых со слезами к Богу молитвах. В понедельник же мир и благословение и последнее целование сыну своему и всем учеником его давши, разлучись от них всем плакавши много. И иде вевес, тивиринт нарицаемую за три поприща от дивной горы отстоящую, в ней же беше церковь святаго Йоанна Крестителя, в той довольния пролия молитвой и нача изнемогати телом. Насельници живеси тоя, почитающите оно и зело, моляху да почият у них от труда. Почил бо ден той и пришечую нощ, и множее телом изнеможе. Во вторник же везена бъст колесници у Контиохии в доме я, и же бяше на предградии, нарицаемом Дафне. В среду же молящи се тепли к Богу и многие слези изливающи, несумненною же имущи спасение своего надежду, в руце Божии предаде святую свою душу, месец июлия в пятый день. Умирая же, завеща от Елиси своим да погребут оно и на месте, на нем же погребают странные и нищия. Но преподобный сын я Симеон, о представлении матери своей, откровение от Бога имея, послав некий от учеников своих, тело и я принесе к себе в дивную гору, яко да при своем столпе погребе тоное. Пишет се же о ней и сие, яко егда душа и я святая ко Господу отиде, и приседях у неци от честного тела и я, лице и я радости усклабяше се и слышана бъйше словеса от усте я глаголющих сице. Благодать приях от Бога велико, и во светия сим и радости неизглаголанни. Приседящи же ужасни бывшие, помислише яко сына ради своего получи от Господа милость. Она же на сие глагола. Яко не толь сына ради прославися, елико добродетельного ради жития, понеже Господа ради много его воздержания и постнических подвизих показа терпение, и потем заповеди его добрых уждаше, и рощуе того возлюби от всего сердца. Несено бе изчесное тело святая Марти из предгради Антиохийска годав неименуема го в дивную гору в ден пятка с великою честью. Мног бо народ антиохийски и чину свещенни, яко великою угодницу Божию со свещами и кадили и псалмопением провождаху. И известваше несши и ковчег с честним ея телом, яко не ощущах от тягота и внушение. Някого прочих мертвецов телеса естествено ю имеют тяготу, но паче естествено некако легко бяше святое тое тело, аки само по въздуху и дуще. Един же от народа човек юн именем Сергий, сын честнаго гражданин Антония, видев то славно и провождение и утесняющих се людей к ковчего, ови храме на своя под ковчеге женести той, со усердием преклоняющих,
Ових же хотящих честному телу прикоснутися, посміяся в себе глаголя. Кая єст потреба прикасатися мертвому трупу і возвратися вспять. Я б є впаде в недуг тяжек, якою унеметь йому от болезні, і продовжися та його болезен до 30 дней, даже у гроба святеї ісцеле, у часом речеться послежди. Принесено же бившу чесному телу в обитель преподобного Симеона, я же при столпе його всеношное пение при теле совершаху, и в ту нощь двум от братья учеником Симеоновым явися жива во светлом одеянии, и лице ему ще е пресветло. Они же вельми ужасоше се ведуще, яко умре и се жива зриця. Она же рече к ним, не бойте ся, не в мертвих, бо ме Господ вчинино в живых, придох же пособствовати вам на дьявола, да победивши того получите жизнь вечную. Сие рекши невидима бесть. Наставши же дню субботнему, множеши и народи от окресних градов и веси со свещеники и клирики собраши се на погребение святия, и видеше святое ея в гробе лице неизменившие се мертвостию, но аки младо лепотою цветуще и благодатью сияюще, ниже изхождаше от тела ея обичне мертвецем воня, а ще и четвертио же бе по представлении день, но аки живо спяща зрима бе. И певше подобающе е погребоше оною честно пред столпом Симеона Святаго по повелению Его, въежеба ему всегда гроб матери своя язрети. Бывши же по субботе воскресному пению, един от народа именем Йоан, чином чтец църковни, воздремався, видя святую Марту светло сияющую, восходящую по лествице на столб к преподобному Симеону, над гробом же ея видя возимую херовимскую колесницу с шестокрилними животными. То видение потом сказа преподобному с клятвою. Преподобний же рече ему, дашь славу Богу, чадо, сподобившему тя видение колесница херовимския, матер же моя и аз во гресех зачати и рождение сми и требуем милосердие Божие. Посем прежде помянута го Сергия, провождение тела святая Марта и похуливша го, и в внезапною болезен впача го, отец и матер приидоша к преподобному Симеону плачуще и моляще, да яко же и ние многие молитвами своими исцеляют от болезни, сице и сына их уврачуют. Святей же им рече, шедше вопросите его да сам изповест вину болезни своя я, уже бо может глаголати, понеже ныне легчае ему есть. Возвративши се обо родители в дом, начаше вопрошати того, он же рече им, понеже похулих честное провождение тела святая Марты и отвратих лице мое от нея, не восхотех раменами моими понести ковчега я, я то го ради найдена мя тяжка е болезен сия. Они же возложивши его на колесницу, везоше на дивную гору к преподобному. Той же веляше им от гроба материне исцеление искати. Егда помолише се со слезами при честно мия гробе, аби е больний в уста здрав совершенно, аки николи же болевый. По погребении преподобния обойкоше братия возжигати над гробом я лампаду, да горит во дни и в нощи, чести ради святия. По довольном же времени вознередеше и престаше возжигати лампады, а преподобний Симеон то видя молчаше, ничто же повелевая у лампады, да не вознепщуют у нем ученицы его, яко безмерно матер свою почитает по смерти. В тех денех иконом обители разболеся тяжко, и мняше се бъйти уже близ смерти. Явися же ему в полунощи святая Марта глаголя. Кое я ради вины не возжигаете светильника моего? Веще, яко аз ще и не требую аз от вас вечного просвещения, сподоблена от Бога моего сущи небесного вечного света, обаче егда светильник при гробе моем возжигаете, себе то на спасение делаете. Воставляете бо ми на ходатайство за вайку Господу. Ся глаголя святая държаше в десници своей, яко бисер пресветла и част животворящого тела Христова, им же прикуснувши се больному рече, осем жив и здрав буди, то рекши невидима бъсть. Больней же аби е здрав в уста и тече в гробницу святая, и пад пред гробом и я слезами землю умочаше, ово прощение нерадению своему прося, ово же за изцеление благодарствуя, и устрой светилник и я неугасимо горети. Совершаху се же и най-много е при гробе чудеса. Слепие просвещаху се, беси от човек прогоняху се и всяким недугом подаваху се скоро и изцеление молитвами святая праведния Марти. Благодатью же Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава с Отцем и Святым Духом,
нейни и присно и во веки веков. Амин. В той же ден обретение честних му ще е преподобно го Евтимия, архимандрита Суждальска го. Конец жития святия праведния Марти, матери святаго Симеона Дивногорца.